Выдающийся зодчий Борис Ефимович. В свое время был главным архитектором Москвы. На его счету работы по всему Советскому Союзу. А для города Видное эта личность стала и вовсе законодателем атмосферы поселения. Все здания в стиле ампир и малоэтажные жилые дома из красного кирпича. Его детище. Именно он в 50-х годах создал концепцию города-сада. Нам повезло видновчанам, что мы вот обладаем таким бесценным даром архитектуры, который построил великий зодчий. В преддверии Дня города и округа в сквере «Юность» открылась выставка, посвященная Борису Ефимовичу. Создать ее удалось благодаря стараниям местных краеведов. Долгие годы найти какую-либо информацию о нем было невозможно. Его репрессировали, а имя стерли из всех источников. Фотографии, которые сегодня висят в сквере, уникальны. До этого времени закрытый архив родственников архитектора. Мы благодарны нашим краеведам. Прежде всего, Ирине Леонидовне Илясовой, которая сейчас с нами уже нет, и Алексею Васильевичу Плотникову, которые вели работу и связались с родственниками, связались с содержателями архива, а те, в свою очередь, увидев, как мы заинтересованы в этом человеке, передали часть документов, фотографий нам. Фотографии рассказывают о жизни и творчестве Бориса Ефимовича. Здесь снимки самого мастера, его семьи, архитектурных объектов. Ну и, конечно же, о нашем городе, самое главное, ради чего все это, да, сделалось. Наш город, наше сердце нашего городского округа. И спасибо большое Борису Ефимовичу. Тем самым, мы хотим отдать память ему и сказать большое спасибо. Ознакомиться с выставкой и окунуться в атмосферу тех лет можно до конца сентября. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.